мы расскажем вам притчу. Притчу о Рождестве. И было так. Всевышний был опечален тем, что нет в людях любви друг к другу. Он призвал к себе посланника, архангела Гавриила, и сказал ему: «Ступай и возвести». «Ступай и возвести! Я пошлю на землю того, кто спасет людей от грехов их, кто откроет им заветы мои, кто принесет на землю мир и любовь». И устремился архангел Гавриил к жилищу могучего царя. Бескрайни были его владения, безгранична была его власть. Предстал перед царем крылатый посланник небес с торжественной вестью. Радуйся! Твой дом избран небом. У тебя родится сын. Он принесет на землю мир и покой. Он будет прощать своих врагов. Он никогда не поднимет меча. Он будет кротость. Он будет любовь. Любовь? Кротость? Отправился Гавриил ко дворцу богача. Слава его была громче славы царей. По всем странам шли его караваны,
разводя во все концы света несметные богатства. Радуйся. Твой дом избран небом. У тебя родится сын. Угощайся. Все лучшее. Он утешит любое горе. Он раздаст свое достояние и будет жить одной любовью к людям. О, горе мне! Раздаст все, что я нажил. Мой сын будет нищим. О, злая казнь для человека с достатком! И тогда пошел Гавриил к бедняку. Радуйся, у тебя родится сын. Мне надо пахать. Любовью к людям будет гореть его сердце. Мне надо сеять. Благословенна будет земля и люди на ней. Мы должны выплачивать долг. Гавриил. Гавриил, для меня ли всемогущего есть цари? Для меня ли, кто властен надо всем, есть богачи? Для всесильного ли сильные есть? Предо мною все равны. Радуйся, Господь с тобою. Радуйся, Господь с тобою. Ты родишь сына. Пусть будет по слову твоему. Пусть будет по слову твоему. И воцарится на земле мир и любовь. Плачущие утешатся. Уставшие отдохнут. Голодные насытятся. Измученные успокоятся. Бездомные обретут кров. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.